находясь здесь... Вы хотите песню? Да. Находясь здесь, в Питере, я не могу не спеть песню в памяти Валерия Гафурова. Я не знаю, может, она неправильная, я его не знал. Я только... Мой друг Сережа Зайцев делал фильм о нем «Порог сердца». Но я совершенно обалдел, слушая его эти записи, как вот блокадный мальчишка, когда вошел в этот русский романс, в этот вот... Он кожей какой-то чувствовал, да, вот этот нерв какой-то, вот, да, вот эти... Он пел так, как будто это пели какие-то офицеры старые. Причем я это много раз слышал, я крутил его записи старым русским эмигрантом в Париже. Знаете, Солженицын, он мечтал, чтобы в Вермонт ему привезли пластинку Агафонова, и ему привезли туда. То есть для меня это было совершенно... Я помню, вот такой был парень, если я не ошибаюсь, Саша Бойко, он, значит, у меня это, он мне крутил, который был с ним в машине, когда это он мой умер. Друг. Да? Вот, ну, привет ему передайте, если он меня помнит. Вот, но я помню, меня именно настолько это поразила эта судьба, что я просто написал такой вот роман с его памяти. Я не знаю, верен он, не верен, но я, в общем, хотел бы его спеть. Судьба была ему охранником, или ангел плыл над головой, когда он шел под утро пьяненький мостами над родной Невой. Потом, решив, что ж так печалится, рвет душу с ночи до зари, включили красный свет страдальцу и на небо взяли в 43. Тряхнувшие кудрями цыганскими, он, тронув струны, начинал. И в такт со старыми романсами пьянел и уносился зал. И под забытую венгерочку от счастья или от тоски шептали женщины Валерочка в стометровые виски, а голос доводил до стона и в тот край манил, что позади, в страну с церквями и с иконами, с крестом заветным на груди и с богомольем и с дуэлями, с побегами из-под венца, страну, что по ветру развели, да все же, видать, не до конца. Да только как же было вынести запреты тусклые, как смерть, совсем чуть-чуть работы в Вильнюсе и перекрытый лент концерт. И не найдя в себе спасения от одноклеточных времен, он умер вдруг порой осенне, так и не выйдя на поклон, так и не выйдя на поклон.